Автобан. Немецкий автобан. Там не было еще записи. Вот. Штутгарт 66, Мюнхен 272 километра. Ну, мы до Мюнхена не поедем. Вот они, немецкие прерии. Да, вот они, немецкие автобаны. Немецкое радио. И вот они, немецкие, какие-то поселочки. Ну и все вокруг такое немецкое-немецкое. Конечно, хитросплетение немецких дорог – это что-то. Нам как-то понятнее по Италии даже ездить. Здесь шла-шла трасса, раз ее перекопали, объезд по другой трассе. Боже мой. Где тут что найдешь? Местные знают, а мы-то нет. Да, местные тут. Вообще местные дочери носятся. Не видишь даже. Как эти, как пули сразу в точку сразу превращаются некоторые. Вот тут у них такие раздольные луга, какие-то холмы. Что-то они без конца тут строят. Они тут что-то роют, то дорогу роют, строят, то еще что-нибудь. А еще мы видели недавно прямо стадо буйволов. Стадо буйволы, там буйволинцы. А ее не видно за кустами. Такой поселочек красивый. Ой, все не пересмотришь здесь, оказывается. Вот они, видите, стройка тоже чисто немецкая. Как они так могут? Немецкий автобан – это вещь. Угу. Кофе можно пить спокойно. Да.